Короче, это не первый раз, но вот факт. Идем, и идет парень, поет песни. Ну, мы так думаем, ну ладно, идет, поет, я ничего. Потом я приглядываюсь, у него вот во всю руку вот такая вот мачете. И он идет, ее вот так прячет под это, под футболку, и вот так то-до-до, то-до-до. Я в шоке, блин. Я говорю, это мне такое дежавю. В Южной Америке, вернее, в Центральной Америке уже было, блин, передо мной скакали с мачете. Ну, там она такая где-то была, а у этого парня во всю мою руку вот такая вот. Ну, блин, я не знаю. Вот идет он прямо, ёлки-палки. Он никуда не ушел, я думала, он завернул, он нифига не завернул, он еще оборачивается, смотрит, идем мы, не идем. Капец, я не знаю, нам правда вот прям за ним надо. Вот он идет с этой мачете огромной. Блин, я в шоке. Вот она сверкает прямо отсюда. Вот он идет, плюет, сюда плюет. И вот с этой мачете все вот так. И песню поет. И песню поет, да. Мы будем надеяться, что все будет хорошо. Всем привет с Кюрасао.